Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хочу поделиться рецептом очень вкусного, простого салата, для приготовления которого я использовала оригинальное сочетание продуктов и очень интересный соус для заправки. Отварную куриную грудку нарезаем небольшими кусочками. Очищаем мандарины от цедры, разбираем на дольки и каждую дольку очищаем от белой пленки. Будем использовать только мякоть. Сочные. Очищенные дольки нарезаем мелко. Зеленый листовой салат, в моем случае рукколу, я немного порву руками и выложу в салатник. Сюда же отправлю нарезанную курицу и немного посолю. Авокадо мелко нарезаю и отправляю в салатник вслед за курицей. Для приготовления соуса мне потребуется 2 столовые ложки майонеза, 3 столовые ложки жирных сливок, и 3 столовые ложки апельсинового сока. Перемешаем до однородной консистенции, соус готов. Немного польем полученным соусом содержимое нашего салатника. Напомню, здесь у нас курица, салат руккола и порезанный авокадо. Добавлю сюда мандарин. Аккуратно перемешаю. И в самом конце я добавлю зеленый виноград, нарезанный половинками. С помощью вилки вот так немножечко салат можно взрыхлить. Очень вкусный и легкий салат готов. Обязательно попробуйте приготовить его дома. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч на моем канале. Всем пока!